Буэнос диас, братва. Ядерно-разрывной заряд ваш экрана, это значит, что мы продолжаем чинить торговую установку, и это контрол. Серия. Господи, что я выдал? Энергоустановку. Так. Это у нас шестая серия, получается, если я не просчиталась. Да-да-да-да-да, сам и так. Да ладно, твари еще и взрываются. Камикадзе. Ёлкин блиндин. Так, где тут глаза снизу? Эйс. Чем тяжелым, хер опасным. Ну, почти на расстоянии. Селф-демеш никто не отменял. Подсказывают, что таки да. Опаньки. Power cut. Replace the parts. Так, а что мне надо сделать-то, собственно? О, чуваки, а чего там зависли? Ой, упали. Мой любимый трюк. Снимаем со стены огнетушитель. Полетели. Гуч влетает особенно эффектно. Бочка там черепуха прилетит. Вы что думали, я просто там с собой там силы. Конечно, давай-ка подойдем.
сказал. Опа. Кадзу. Не видно вообще ни хрена. Куда иду? Ой-ой-ой. Ты Винни-Пух. Собаки сизые там все раскопали. Рядом еще один взрывоопасный. Там прессором ухлебал залепить, что ли? Да нет, коробка какой-то обошло сделала. Very clever. He's trying to sneak in. We got him caught with his hand in the fish trap. Теперь она как-то холодная, нет?
Ох, ни хрена себе, это что за вместе с грязью и говно. Ах ты, падла. Чекпоинт, хули. To fix this thing ASAP. Ляха-муха. Did Ati mean barrels full of hazardous? It seems like I'm breaking some environmental regulations on waste disposal, but if that's what Ati wants, then I'll get it done. My name is Dr. Pierce, lead researcher. Жарковато на пляжике. На самом деле это просто. Нахрена это так это не работает. Ладно, юг с вами. А, вон спуск был. Эти дебила. Аж слепил. Так, еще две бочки вроде бы. My name is Dr. Pierce, lead researcher of the Carcinology.
дальше, я не помню. Это что-то посмотрим. Угу. Так, вон еще бочку вижу. Так, на весну, а траектория не с канала. Последняя. А вот где она? Это уже огромный вопрос. В жабу бочку. А это я что ли ломаю? Ломаю его полностью. Где же шестая эта бочка? Теперь я уверен, что артефакт не внизу. Называется хер сыщешь. Так, а залетать туда. Опа, 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 опа. Ага, вон и бочечка. Вот она, это шестая. Право директора на ручное управление. Так, значит, кроме как туда, у нас дороги нет. А там летучие. Хотя бы мусор спалили. Надеюсь, зеленые нас не поимеют. Со всей возникшей страстью. Так. Так, один из насосов жил. Thank you.
2000, по-моему, 2000 будет развить. Ой, чуваки, а чего там зависли? Не пускают. Так, я для начала я не мог понять, где находится вторая насосная установка. Я не вижу вот этой вот большой грабины с надписью P02. Я вижу только грабину с надписью P01 и P03. Чё за наркомания, ядки? Да нет, насосов-то три. Ой, говно. Как я буду пистолетом-то чистить? Абсолютно disgusting. Не знаю, что это за срань, но она уходит. Срань отступает. Я вспомнил срань. Вот как. Мы не смогут быть потоком говнища. Господи, я представляю, какая там говнища. Ползает, ты, блин. О, было срань, нету. I don't like that sound. Вы напугали срань. Так, второй запахал. И третий. А второй мы так и не нашли. Может, хвостом найти? Чисто логически, давай подумаем. Так, насос, который засран, был не почистили. Так.
Давай чисто логически. Хвосты должны сходиться в одной точке, правильно? Только понять, какая труба на вход, какая на улице. Ах, вот ты где. Нашли. Ух ты ж, мать твою. Давно кабельный катушек получил, а? Морис. Ой, кого-то ящик не задавил. Ух, отскочил. А? Нет. Вон еще двое. Я точненько. Насосы закупали. По логике вещей отсюда можно делать ноги. Но нет, я, видимо, не один до сих пор. Ох, не понимал же Гернадо. Я не знаю, что это за тварина. Но мне она уже не нравится. Конечно, блин, когда за тобой бегает мужик с миниганом. Ну да. Мистер Спок says this is highly illogical. Я с него выпало два вагона. Я не думаю, что у него джиггернаут под конец банкета подсунут. Это все, конечно, зашибись, но энергоустановками, наверное, займемся в 7-й серии. Вас. Луис, пиписька. Обязательно колокольцев, чтобы не пропустить новые видосы. И до скорого. Увидимся в следующем видео. Адьос, братва.